В середине прошлого месяца интернет-провайдеры страны получили уведомление от казахских поставщиков услуг о поднятии цен на трафик без объяснения причин. Это не на шутку встревожило отечественных представителей веб-связи. Они, в свою очередь, обратились в антимонопольное агентство и госагентство связи с просьбой помочь разобраться в ситуации. Последние направили официальное письмо в адрес казахстанских коллег. На данный момент мы пока от них ответа не получили, но как только получим, мы об этом сделаем официальное сообщение. За дело уже взялись антимонопольные службы обеих стран. Начато расследование по данному факту, но когда они будут завершены, ответить никто не может. А тем временем представители Государственного агентства связи Кыргызстана уверены, поднятие тарифов на интернет внутри страны до выяснения обстоятельств произойти не должно. Тем более Госкомитет не устанавливает ценовую политику, то есть мы не можем диктовать, по какой цене нужно будет подавать интернет. Эксперты считают, цены все-таки повысятся. Когда и насколько, зависит от того, как договорятся государственные органы обеих стран. Если нынешняя цена не изменится, то пользователям придется либо раскошеливаться, либо пользоваться интернетом с черепашьей скоростью. Какие-то из компаний будут вынуждены поднять цены. А какие-то из компаний, чтобы сохранить у себя клиентов и не отдать их конкурентам, будут вынуждены сохранить цены, но при этом урезать канал. Однако не все провайдеры страны ждут обратной связи от официальных представителей. Некоторые из них уже выложили на своих сайтах новые цены на пользование всемирной паутиной. Согласно опубликованному релизу, они вступят в силу уже с 15 сентября. Олеся Цурикова, Тынчтык Кёлбаев, Пирамида.